Let me take a selfie. Если вы вдруг пешком решили прогуляться до микрорайона Чистые пруды, не рассчитали свои силы и очень-очень устали, можете не расстраиваться. Здесь есть место, где можно передохнуть. Вот, посмотрите. Вроде бы на первый взгляд кажется, что это такое. На самом деле это кресло. Не нужно расстраиваться то, что оно перевернуто. Вы просто можете присесть на краешек креслица, посидеть, помечтать. Если вы передохнули, то тогда можно идти дальше. Поэтому хочется сказать спасибо огромное тем, кто поставил это кресло. Теперь благодаря вам мы будем больше отдыхать. Оксана Стяжкина, специально для программы «Вятка Today». But first, let me take a selfie.